Всем привет! Вы смотрите канал Фазенда Репкина. Сегодня отправляемся на рыбалку на один из островов в Выборгском заливе, недалеко от Финляндии. Айда с нами! Большинство островов здесь гранитные, в воде много валунов, камней и камешков, а по берегу замечательные камыши, так что на хорошую рыбалку мы очень даже рассчитываем. Вот такие вот обитатели загорают Выборгского залива. Ну что, мышку что ли видим? Теперь ясно, зачем он сюда приходит. Ну что, не поймал? Нет? Вот так вот. Да, мышка-то убежала. Мы в Высоцке. Здесь живут веселые и креативные люди. Городок очень небольшой, с простенькими клумбами, но очень чистенький и уютный. Памятники в очень хорошем состоянии, молодцы. Кто не помнит свою историю, у того нет будущего. В Высоцке есть порт с разными судами, в том числе и танкеры. Ну а это небольшой причал. Вот отсюда мы отправимся на наш остров. Это наши вещи. Едем мы на 3 дня, потому главное все уложить в лодку так, чтобы еще и сами поместились. Я так понимаю, тут котовый рай. Да, киса? Тихо, мы собрались. Все, можно отплывать. Не, ну за 2-3 часа должен кто-то пойматься. Что это вообще такое? На обед-то. Или уже на ужин, не знаю, как получится. Одного уже судачка поймали. Пришлось отпустить. Ну куда нам 20-сантиметровая рыбка? Да, вот так вот. Я, лично я, сама впервые поймала судака. Даже 2. Забегая вперед, расскажу. Поймала уже на пути обратно домой. Он был 35 сантиметров. Не 20, конечно, но брать можно больше 40. Мне сказали: поцелуй и отпусти. Я так и сделала. Причем в прямом смысле этих слов. Судак был очень удивлен. Видать, с ним такое в первый раз. Кстати, хочу сказать спасибо каналу «На крючке 32 Брянск» за подробные ответы на мои вопросы. Мы почти доплыли. Пока никто не поймался. Здесь на берегу база отдыха. Очень уютное место. На острове затерянная цивилизация. Прямо старые советские времена. Каша на завтрак. Все как в столовой раньше. В этот день рыбалка не задалась. Кроме отпущенных 2 мелких судачков, никого не поймали. Разбили палатку, отдыхаем, любуемся закатом. Но утром нам улыбнулась удача. Это наш лагерь. Утро. Все просыпаются. Рыбку чистили. Завтрак готовим. Вот такой вот хорошенький лещик.
уже засоленный плавал. Нет, это мы только что его брюшко вычистили и уже подсолили, коптить будем. Хорош! Вкусняшка! Ну, вот наш улов. Еще один хороший крупный лещик. Ну и так, всяко-разное. Коптить будем. Сейчас все вычистим. Ну что, ой, блин. С стороны не порежешь. Мужчины почему-то на удочку не очень любят ловить рыбу. А мне вот очень нравится. Это я постаралась. Вот таких две миски по 4 литра копченой рыбки мы все дружно ели с удовольствием. Ловим рыбку. Подсак, подсак! Прикрыли от солнышка и от чайка. Вода ушла так, что хорошо не полностью. По щиколотку воды осталось. Вчера вечером уже темнело. Поймали рыбу. Хотим свежую забрать домой. Сидела ночь у нас на кукане. Лещики и линь. А вот линя впервые вижу. Рыба мощная и такого непривычного зеленого цвета. Сегодня уезжаем. Палатку уже собрали. Скоро в дорогу. Ну что же, считаю, что рыбалка удалась. До свидания, Высоцк. И вы, наши зрители. До новых встреч на нашем канале.